На конкурс дети читают стихи. Александра Палтусова, 9 лет, город Ирбит. Стихотворение собственного сочинения. Мой дом, моя семья. Есть в Ирбите старый дом. В этом доме мы живем. Было нас вначале трое, а потом ура, ура, появилась и сестра. Папа, мама, Лера, я. Вот и вся моя семья. Папа ходит на работу, утром в школу я спешу. Только маленькой сестренке круто очень повезло. Целый день лежит в пеленках, ей не надо ничего. Мама ее кормит, моет, колыбельные поет. И выходит на прогулку, торопясь меня встречать. Весело живем мы в доме, мне не надо ничего, кроме дома моего.